Главное управление напоминает, что печь для лучшей работы должна быть очищена от сажи и золы. После каждой очистки золу и шлак следует залить водой, поместить в металлический контейнер с крышкой и удалить в безопасное место. Помните, что трещины в печном массиве могут пропускать в помещение дым, поэтому должны быть тщательно замазаны, а печь побелена известковым раствором. Мебель и занавески размещайте на расстоянии не менее полуметра от массива печи. Топите печь не более 3 раз в день, при этом заслонка должна быть приоткрыта, чтобы дым выходил на улицу. Разжигать огонь горючими жидкостями запрещено. За 3 часа до сна прекращайте топку. Помните, нельзя оставлять без присмотра затопленную печь. Добавим, только в прошлом году в Канском районе за 11 месяцев произошло 67 пожаров из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного оборудования. В 2022 за такой же период 41 возгорание. Понижение связано, скорее всего, с тем, что в этом году зима пришла значительно позже, чем обычно.